получилось. Мне кажется, надо было руку поменять. Но образовалась из той зацепки. Точнее, стул нужно было перехватиться, чтобы держаться лучше. Я столько сил потратил вкусную. Брал нормально, а тут какой-то цыганщина устроил. Ну, главное, получилось. Короче, предыстория такая, когда мы впервые пришли в Climb Lab, я эти зацепы чьи-то видел на каких-то соревнованиях и обрадовался. Мне они показались очень цепкими, но разочарование наступило моментально, я не мог сразу пролезть. И теперь вот спустя сколько? Полгода, чуть меньше, у меня вышло пролезть по этим зацепам.